Четырежды судимому Станиславу Рогалеву так понравилось сотрудничать на зоне с администрацией, что после отсидки он стал милицейским осведомителем. Писали, что он был агентом начальника уголовного розыска Латвии, по другим сведениям, чуть ли не личным стукачом замминистра МВД Латвии. Считается, именно поэтому ему долгое время сходили с рук нападения на женщин с убийствами и изнасилованиями. В начале 80-х он совершил множество нападений, из них 10 закончились летальным исходом. Его долго не могли поймать из-за того, что он был в курсе расследования благодаря своим покровителям, несмотря на то, что был в розыске. Сдал его подельник. Был негласный приказ не брать маньяка живым, но Рогалев попался молодым сотрудникам, которые этого не знали. Самый кровавый преступник Латвии был приговорен к расстрелу, который был исполнен в июне 1984 года в Ленинграде.